Конечно, речь идет о песне «Конь», которую вы давно ждете. Честно говоря, я хотел отмотаться от этой песни. Объясню почему. Потому что я понимаю, что не получится. Но дело в том, что вы-то привыкли к студийному звучанию, где был задействован большой мужской хор. А нас тут раз-два и здрасте. Да, поэтому я к чему веду-то? У вас невероятное количество здесь. По-моему, 10 тысяч, если не больше. Давайте петь будете вы, ну с нами. А, годится история? Хорошо. Но тогда обратите внимание на одно очень немаловажное обстоятельство. Это уникальное исполнение песни про коня, ансамбля «Б» и целая площадь гор. Такого больше не будет никогда. Если кто-то снимает на видео, сохраните, пожалуйста, на память. Это уникальная будет история. И зашлите мне куда-нибудь в соцсети, если найдете. Хорошо? Ну что, помолясь? Тональность дай. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем, о, поем, поем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем. 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 Поле доброе, поле с конем по полю вдвоем.